Андрей Шевченко на Олимпиаде. На данный момент эта фраза выглядит как ошибка. К тому же обладатель «Золотого мяча» 2004 объявил о завершении своей выдающейся футбольной карьеры, в которой было многое, но не было участия в Олимпиаде. Впрочем, все может измениться в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Через 3 года в Бразилии в качестве олимпийского вида спорта дебютирует гольф. На него Шевченко подсел, еще будучи футболистом. А сейчас у бывшего футболиста киевского «Динамо», итальянского «Милана» и лондонского «Челси» и вовсе есть время всецело посвятить себя гольфу и даже участвовать в соревнованиях. В частности, в его активе есть уже победа в клубном турнире в Англии. В своих же олимпийских гольфовых перспективах бывший великолепный футболист пока не уверен. То есть я знаю, что многие люди хотели бы, чтобы я участвовал. Но, как я всегда говорил, надо понимать и оценивать свои силы реально. Если у меня есть какие-то шансы хотя бы выглядеть на уровне этих гольфистов, то, может, в будущем можно будет попробовать. Пока в планах этого нету. Пока же, завершив карьеру футболиста и неудачно сходив в политику, Шевченко остается сверхпопулярным среди своих поклонников и особенно поклонниц, которые готовы задушить его в объятиях. Виталий Лапскир, Александр Ушаков, агентство телевидения «Новости».